Рио Пелас Занзибар, комната 111, вход. Сразу ванная комната. Есть body lotion, кондиционер для волос, одни палочки, диски летние. И шапочка для душа. Душевая. Здесь же расположен шкаф. Сейф. Вот это раздельный санузел. Стейн комнаты, табутки. Хорошие, я бы сказала. Зеркало. Кровать с балдахином. Кондиционер работает. Вот картины на стенах. Сделали лебедей с цветочками. Все покрыли. Торшер. Опять же картины. Диванчик. Столик. Прикроватные диванчики. Дальше типа женского столика сделаны в виде, так понимаю, каких-то места для пластинок, я бы сказала. Вот такой стульчик. Телевизор. Здесь чайные принадлежности, чайник, кружки. Кружки вот такие большие. Водичка, литровая бутылочка. Разные чаи. Далее кофе растворимый. White sugar, brown sugar, sweetener. Так. Далее. Мини-бар. Drinks are replaced every day. Понятно. Обновляется, значит, каждый день. Coca-Cola, Sprite, пиво. Еще две бутылочки воды. Фанта. Все в стеклянных бутылочках. Бутылок подвесных с алкоголем, так я понимаю, коронавируса нет. Возможно, их тут вообще нет. Далее. Значит, вот вентилятор. Ну, от кондиционера так сильно дует, что вентилятор я не включаю. Далее открываем балкон. Вот такой чудесный балкончик. Вот москитная сеточка открывается. Полотенце сушитель. Два лежачка. Вот такой чудесный вид.
приближу. Птички разговаривают. Вот. В принципе, мне кажется, что довольно-таки хорошо. Категория номера Junior Suite.